Казанском федеральном университете состоялось заседание Федерального учебно-методического объединения по укрепленной группе специальностей и направлений подготовки, образования и педагогические науки. Участие в заседании принял вице-президент Российской академии образования Владимир Лаптев, а также представители Крымского федерального университета, Российского государственного педагогического университета имени Герцена, Московского государственного педагогического университета и других вузов России. Открыл мероприятие ректор КФУ Ильшат Гафуров с докладом «Педагогическое образование в федеральном университете. Миссии, содержания, перспективы». В нем он рассказал о развитии педагогического образования в Казанском университете, структурных изменениях институтов и современных методиках, используемых при обучении. В частности, было озвучено, какие цели реализуются с помощью лицеев, находящихся в структуре университета. Они являются все-таки площадками для апробации новых технологий, разрабатываемых нашими учеными, которые затем возвращаются назад в университет и внедряются уже в учебный процесс подготовки будущих учителей. Отдельно было отмечено, что педагогическое образование в университете является приоритетным направлением. Также на заседании были рассмотрены вопросы моделей подготовки педагога, вариативности образовательных программ, единых подходов подготовки по образовательным программам и другие темы педагогического образования. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.